Здравствуйте. Концертный хор Межшкольного эстетического центра нашего большого города в полном составе, то есть в количестве 60 человек, накануне вернулся из Севастополя. Там наши юные артисты стали участниками грандиозной программы первого празднования Дня России в Республике Крым. Во-первых, вошли в состав 5000-го сводного хора, исполнившего гимн России на набережной, а затем влились в детский хор России, насчитывавший 1000 звонкоголосых ребят. Школьники дали большой концерт для жителей и гостей Севастополя. А аккомпанировала огромному хору концертмейстер МЭЦ Татьяна Савельева. 24 июня в нашем большом городе состоится губернаторский бал выпускников, и в связи с этим в центральной части столицы Кубани будет временно ограничено движение транспорта. В предстоящий вторник для беспрепятственного прохождения колонны выпускников сотрудники полиции перекроют улицу Красную от Пушкина до Постовой, Постовую от Захарова до Октябрьской и улицу Береговую от Кубанской набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы. Ограничения будут действовать в разные часы. Детали можно изучить на официальном сайте городской администрации. Но в общей сложности это будет продолжаться с 6 утра и до 11 вечера. Схемы объезда участков с ограниченным движением уже разработаны. А в предстоящую субботу в детской городской поликлинике номер 2, расположенной по адресу улица Северная, 500, состоится День здоровья в рамках Международного олимпийского дня, который отмечается немного позже, 23 июня. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, в программе консультации невролога, кардиолога, эндокринолога и врача-педиатра. Будут также традиционные исследования ЭКГ, УЗИ, определение индекса массы тела. По времени День здоровья продлится 2 часа с 10 утра и до полудня, а прямо сейчас курс валют на завтра. Пять с половиной секунд. Именно столько нужно, чтобы собрать эту головоломку быстрее всех на планете. Столько же времени вам потребуется, чтобы проверить свой банковский счет, не вставая с места, благодаря новой системе iKeep Business от Краинвестбанка. Ведь решить быстро можно любое дело. iKeep Business. Начните прямо сейчас. Подробности на сайте iKeep.ru.